Ребят, почему так дорого? Пассат забирают россияне, вывозят прямо на автовозах. Покупать за 20 тысяч с хвостиком Polo лифтбэк как-то не хочется. Владельцы отмечают повышенный расход масла. Новых машин на складах дилеров нет. Цены будут расти. Всем привет! Это Выбай. Меня зовут Дмитрий, и я являюсь главным редактором сайта на протяжении уже более 10 лет. Я не так часто появляюсь в кадре, но ввиду достаточно сложной ситуации на вторичке, да и на новом рынке автомобилей, хочется внести некоторую ясность о происходящем. Начнем с конкретики. Друзья, наверное, каждый из вас задумывался, по крайней мере, о приобретении нового или бэушного автомобиля в этом, а может быть, в следующем году. Кстати, с наступающим. И мы попытаемся сегодня, если не посоветовать, то, по крайней мере, направить в нужном направлении и посмотреть на те автомобили, те модели, которые, на мой взгляд, достойны внимания. Но совет – дело неблагодарное. Поэтому рассматривайте это с точки зрения исключительно нашего опыта. Начну с достаточно популярного ценового сегмента 5-6 тысяч долларов. Это та сумма, с которой, наверное, нужно начинать рассматривать покупку бэушного автомобиля, потому как более дешевые варианты, кроме проблем и головняка, вам не принесут. Важно отметить для себя два фактора. То есть выбирать автомобиль не по классу, а по году выпуска. Чем автомобиль моложе, тем меньше хлопот он вам должен доставить в дальнейшем. В общем, год решает. Давайте спустимся на землю и будем рассматривать простые доступные машины B-класса с объемом двигателя максимум 1,5 литра и наиболее ликвидные в своем ценовом сегменте на вторичном рынке. Какие-то машины, ну, к примеру, выделить хочется Toyota Yaris, Skoda Fabia, Ford Fiesta, Mazda двоечка неплохая, Chevrolet Aveo, ну и Suzuki Swift тоже сюда можно вполне рекомендовать. Chevrolet Aveo и Suzuki Swift — это же какие коробочки, то есть люди, которые их покупают. А ну можно здесь отдельно, конечно, упомянуть, если вам такая машина, ну то есть слишком мала, да, вот эту штуку я, наверное, расскажу, стоит, конечно, тогда рассмотреть ветеранов рынка, да, это популярные минивены, Opel Zafira и тому подобное. Год выпуска, конечно, будет гораздо старше. Дизельные моторы в большинстве своем уже пробегут более 500 000 километров. Вложения обязательные однозначно, и они будут ограничиваться не только косметическими доработками, вроде там подрихтовать, пошпаклевать, либо покрасить, да, но и какими-то более сложными работами в подвеске, в двигателе. Но если старенькие уже машины, что с запчастями? Они в свободном доступе? Да, да, с запчастями все нормально. То есть запчасти вообще на данный момент на любую модель, на которую мы можем сейчас обратить свое внимание, даже вплоть там, я не знаю, ну, Passat B3 взять, там машины есть 87-го и 88-го и 92-го. Ну, а также большой выбор запчастей. Как вы знаете, каталоги Выбай, милости просим. Следующий сегмент автомобилей до 10 тысяч долларов в эквиваленте – это наиболее популярный, наиболее интересный для и перекупов, и для многих белорусов ценовой диапазон. Для себя я выделил несколько интересных моделей. Неудивительно, но это машины будут российской сборки. Популярные у нас бюджетники: Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Kia Rio, Skoda Rapid. Они достойны внимания за эти деньги. Единственный нюанс, наверное, в том, что тот же Volkswagen Polo до 2014 года он выпускался с двигателем 1.6 MPI старой серии, ей 111, и там имел место заводской брак, то есть моторы стучали. Далее там меняли поршни, модернизированные ставили, вот изготовитель делал отзывы. Но ситуация кардинально не улучшалась, поэтому на смену этому мотору 105-сильному пришел модернизированный двигатель на базе 1.4 TCI уже мотора, который был лишен привода, цепного привода ГРМ, уже ременный привод использовался. И по своим характеристикам превышал прошлый мотор, то есть там
на 5 лошадок мощности подбросили. Ну и в целом оказался гораздо более выносливым, хотя владельцы отмечают повышенный расход масла. Более того, в 2016 году, если я не ошибаюсь, Ты не ошибаешься. Несколько лет назад белорусских журналистов пригласили на осмотр пола тогда еще в кузове седан, который пробежал более 500 000 километров. Да? То есть машина ездила в основном по трассе, была в сопровождении, но тем не менее для машины, которая считалась хиленьким бюджетником, столь внушительный пробег казался нам на тот момент удивительным. Также до 10 тысяч долларов уместно обратить свое внимание и на кроссоверы, потому что есть вполне себе неплохие экземпляры. В частности, это автомобили, опять же, российской сборки. Renault Duster, Nissan Terrano. В принципе, две технически полностью идентичные модели. Разница только в обертке. Мы не раз рассматривали эти машины в нашей рубрике «На подъемнике». И по отзывам владельцев, автомобили первого поколения весьма надежны. Агрегаты выкашивают спокойно более 100 тысяч километров. Начальным двигателем под капотом был 1,6-литровый К4М с чугунным блоком и ременным приводом ГРМ. Уже в 2015 году после рестайлинга появился модернизированный мотор с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ. Назывался он, если мне не изменяет память, H4M. Тоже весьма надежный агрегат, проблем с ним не было. Владельцы иногда жаловались лишь на излишний угар масла. Ну и еще один весьма интересный вариант на вторичном рынке в этом ценовом сегменте – это Skoda Octavia второго поколения. Здесь, наверное, стоит рассматривать машины, опять же, с простыми моторами MPI, объемом 1,6 литра, и отказаться от 1,4 TSI на 122 силы, потому как на машинах 2011-2012 годов эти моторы грешили недоработками, в частности, возможен обильный нагар на клапанах и кольцах. Ну а 8-клапанный атмосферник 1,6 на 102 силы – вполне себе надежный мотор. Механическая коробка передач тоже не предполагает серьезных вложений. Там все надежно, просто и отлично. Ну и сейчас можно даже назвать ее одной из неубиваемых. Мы ни разу не пошутили про картоху. Добавим сюда живучую подвеску «Гольфа», клиренс 164 мм, багажник объемом 560 литров, думайте, 560 литров для небольшой машины, кузов лифтбэк, который просто и легко загружается, наверное, 10 мешками картошки, я не проверял, но где-то так. Другой вопрос, удастся ли найти живой вариант в этом ценовом сегменте. Так, погнали, да? Итак, поднимаем, ребята, ставки. У нас на кону 15 тысяч долларов. Сумма достаточно серьезная. В банке просто так вам ее не одолжат. А если одолжат, то под большой процент. И будем рассматривать, наверное, популярные седаны D-E-класса, да, в этом сегменте. Ну, назвать тут сразу можно Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6, японки. Среди них можно рассматривать Audi A4 B8. Все эти машины, во первую очередь, очень ликвидные на вторичном рынке. То есть это очень важный момент, потому что, я думаю, каждый человек, который покупает бэушную машину, планирует когда-нибудь от нее избавиться и пересечь на что-то поновее, получше. Ну и второй момент – это все-таки достаточно высокая надежность данных автомобилей, моторов, я имею в виду. Невзирая, что здесь есть и не самый популярный, или можно сказать лучше, самый популярный у механиков 1.8 Turbo от FCA или 2-литровый Audi, который грешит масложором. Что касается буквально 2-3 месяца назад популярных Volkswagen Passat B8, Renault Talisman, либо Ford Mondeo или Fusion, эти машины привозились зачастую из Европы или из Америки. Естественно, с учетом того, что цены на аукционах европейских в последнее время серьезно выросли, то есть многие эксперты называют 20-30% как минимум плюс,
На белорусской вторичке тоже машины подорожали. Вот как раз таки о том, как мы смотрели последний раз цены на рынке, там Passat забирают россияне, да, последний там какой-то вывозят прямо на автовозах. Такая статья у нас вот была. Цены на такие машины, они уже перешагнули отметку 17 тысяч долларов. Ну, чуть дешевле выставляют минивены, да, то есть это Opel Zafira, Renault Scenic. Но S-Pace, опять же, тоже уже в пятнашку не влазишь. По кроссоверам в этом сегменте можно рассматривать Kia Sportage, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, уже последней актуальной генерации. Вот. Ну, опять же, повторюсь, те же минивены Citroen C4, Renault Scenic, Opel Zafira тоже попадают в 15 тысяч долларов, но это будут машины без приставки Grand, то есть не семиместные версии, более скромного объема. Пару слов о машинах из США. Не секрет, что данные автомобили нескончаемым потоком вливаются на наш автомобильный рынок. Как правило, привозят недорогие седаны Chevrolet Malibu, Cruze, либо кроссоверы Ford Edge, Escape. Вот. Есть потенциальные покупатели более эксклюзивных моделей, вроде Мустанга, либо Теслы. Но надо понимать, что, естественно, эти машины стоят гораздо дороже обозначенного ценового сегмента. Мое же личное мнение по поводу американских битков следующее. Ну, в случае с поврежденным автомобилем здесь есть несколько нюансов. Ну, во-первых, это кузов. Кузов – это самая дорогая часть любого автомобиля. Поврежденные несущие элементы кузова – это стойки, крыша, задние крылья, лонжероны – влекут за собой в дальнейшем серьезные последствия. Если, не дай бог, восстановили вам плохо, швы сварные новые стали где-то коррозировать через год-два, даже незначительный удар может оказаться фатальным. Ну, я лично даже минимально рисковать ни собой, ни своей семьей не хочу. Ну и второй момент, почему эти машины все-таки туда попадают. Да потому что страховым компаниям в США гораздо проще выплатить страховое вознаграждение, чем по регламенту восстанавливать поврежденный автомобиль на заокеанском рынке. Вот они и дожидаются своих новых хозяев из Беларуси, Украины на таких вот аукционах. Ну а что вы думаете по поводу восстановления аварийных автомобилей из США? Уже сейчас можно высказывать в комментариях под видео. Ждем! Забираемся еще выше. Ну, допустим, у нас есть 20 тысяч долларов. Сумма тоже, опять же, серьезная, солидная, с которой открываются достаточно интересные горизонты. К примеру, покупать за 20 тысяч с хвостиком, а именно столько сейчас стоит топовый Polo Liftback, как-то не хочется. Да, там машина в топовой комплектации, 7-ступенчатый робот, турбированный двигатель на 125 лошадиных сил, но тем не менее. Хочется что-то посолиднее, да. Смотреть можно кроссоверы B-класса, да, вроде Hyundai Creta, Kia Seltos, дороже 20 тысяч, 23-25. Но, на мой субъективный взгляд, здесь, опять же, ситуация не сильно отличается, потому что, по сути, вы получаете тот же бюджетник, только повыше. Опять же, можно присматриваться к машинам из Европы. Это, к примеру, Volvo XC60 после рестайлинга 16-17 годов выпуска. Но здесь нужно обращать внимание на солидные пробеги. 150 тысяч километров – это как минимум будет наезжено на машине. Надо ли вам такая история для достаточно серьезной суммы, да, то есть 20-25 тысяч долларов на дороге не валяются, и машина 150 тысяч пробега, решать только вам, конечно. С другой стороны, я бы обратил свое внимание на наш внутренний рынок, рассматривая машины либо постгарантийного обслуживания, да, то есть это 3-4 года, либо те, которые имеют чуть более солидный возраст от 5 лет, но с прозрачным обслуживанием на местном рынке. О каких моделях я сейчас говорю? Это, скорее всего, кроссоверы Kia Sportage, это Mazda CX-5, это Toyota RAV4, Tiguan,
тоже, возможно, попадает в простых, недорогих комплектациях, если найдете. Вряд ли это будет дизельный мотор и комплектация Highland с LED-огнями, но, тем не менее, поискать что-то можно. Сознательно не упоминаю о таких премиальных моделях, как Audi, BMW, Mercedes, Lexus, потому что машина должна работать на вас, а не вы на машину. В случае же с старыми премиальными моделями, а за эти деньги вы вряд ли купите 5-летний X6 или X5, вас обязательно будут ждать серьезные финансовые вложения. Обслуживание даже старой премиальной марки вылетает в копеечку. Это не раз уже говорилось во многих профильных видео, писалось на многих форумах и в наших материалах неоднократно также упоминалось. Конечно, как воспользоваться личными деньгами – дело сугубо личное. Ну уж если вы рискованный парень и решитесь потратиться на дорогой X, помните, что нужные запчасти, а также бэушная резина всегда у нас на сайте. Так что welcome. Какой сделаете выбор вы, господа, пожалуйста, оставляйте комментарии под видео. Ну а теперь о главном вопросе, наверное, каждого покупателя то ли новой, то ли бэушной машины. Ребят, почему так дорого? Почему так дорого сегодня на белорусском рынке приобрести автомобиль? Дорого и сложно. Чтобы проводить какие-то параллели, конечно, нужно вспомнить о текущей ситуации, то есть сколько новых машин в этом году продается у нас в стране. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, за 11 месяцев 2021 года реализовано порядка 43 тысяч машин с хвостиком. Это на 13, практически на 14 даже процентов меньше той цифры, которая была зафиксирована в прошлом году. Все мы знаем о ситуации, которая сложилась, тяжелая ситуация, которая сложилась на заводах изготовителей, нехватка полупроводников, задержка производства, поставок. Все это никак не могло не сказаться на производстве новых автомобилей. Я специально, готовясь к этому выпуску, обзвонил несколько столичных дилеров и узнал следующее. Новых машин, я говорю сейчас о бюджетных автомобилях Volkswagen Polo, Renault Logan, Lada Vesta. Секунду. Я кому-то звонил еще. Renault Logan, Lada Vesta и кому Volkswagen Polo. Господа, у кого определился номер? Не, подождите, наверное, всех назвал. Lada Vesta, Renault Logan и Volkswagen Polo. Три, я же говорил три, да. И узнал следующее, то, что автомобили, я им говорю сейчас о бюджетных моделях, на складах дилеров нет. За исключением всего лишь нескольких автомобилей, которые находятся у дилеров, допустим, Volkswagen, это комплектации выше средней, стоимостью от 45 тысяч рублей. Как мы понимаем, это приличная сумма, более 15 тысяч долларов. Это почти топовая комплектация, но и этих машин мало. Что касается Vesta, мне предложили две машины в базовой плюс-версии за 31 тысячу рублей. Машин без кондиционера, то есть самых простых, на которых стоит гордый ценник 27 тысяч рублей, их нет и не будет. Вообще ситуация такова, что подобные комплектации, я имею в виду ниже средней, появятся у белорусских дилеров не раньше марта следующего года. По крайней мере, такую информацию мне озвучили у официального представителя Volkswagen. Что касается лидеров этого года, текущего, то в топе продаж находится Lada Vesta, это 4418 автомобилей. На второй позиции у нас держится Volkswagen Polo с результатом 3081 автомобилей. Третья строчка закрепилась за Kia Rio, 3039 машин. На четвертом месте остается Geely Coolray, 2269 машин. И замыкает пятерку неожиданно Нива с результатом 1944 проданных автомобиля. Повторюсь, это данные за 11 месяцев текущего года. Напомню, что пик продаж новых автомобилей в Беларуси состоялся в 2019 году. Тогда было реализовано 64,5 тысячи легковых автомобилей. Мне просто хочется вернуться, наверное, к цифрам, к каким-то топовым значениям, для того, чтобы провести корреляцию с бэушной базой. Наша база объявлений АВБА, я имею в виду, конечно, самая крупная база объявлений в стране, располагает такой информацией, и я могу сказать, что пик количества объявлений на вторичном рынке пришелся как раз-таки на 2016 год. В апреле
мае того года было зафиксировано более 80 тысяч подержанных автомобилей, которые находились в продаже. На сегодняшний день мы наблюдаем практически двукратное снижение базы объявлений. Как вы знаете, или можете заглянуть на наш сайт, 44 тысячи объявлений, чуть больше, возможно, да. Многие думают, что раз меньше стало машин, то есть количество желающих продать их уменьшилось. На самом деле все не так. По нашей информации, количество продавцов, оно осталось на неизменном уровне. Но количество жизни одного объявления, то есть да, до момента реализации автомобиля, существенно сократилось. Если раньше мы могли наблюдать машину в продажу 2-3 дня, 4 месяца там, и так далее, то сейчас хорошее предложение улетает буквально за считанные минуты. То есть автомобили не успевают накапливаться. Почему же это происходит? Ну, давайте представим перед собой какой-нибудь хрустальный сосуд или чашу, которая наполняется из разных источников. Ну, во-первых, это естественное наполнение за счет импорта автомобилей и продажи их через официальные дилеры нашей страны, то есть новые машины из России. Второе, это автомобили, которые приезжают к нам по 140-му указу, льготная растаможка из Европы, из США, и далее либо реализуются на территории нашей страны, либо перепродаются в ту же самую Россию. Это два основных источника наполнения нашего белорусского авторынка. И в настоящее время, повторюсь, машины просто не успевают накапливаться. Связано это в первую очередь с тем, что на российском рынке сложился дефицит новых машин. Естественно, местные автопроизводители в первую очередь заинтересованы в продаже автомобилей местному потребителю. Что же происходит? Человек приходит в автосалон за новым автомобилем, условно за Lada Vesta или Volkswagen Polo, и что же он видит? Новых автомобилей по рекомендованной цене, условно, 36 тысяч рублей, нет в продаже и в ближайшее время не предвидится. Что в таком случае остается делать потребителю? Правильно, обращать свой взор на вторичный рынок. Тогда скажу про 140-й указ, да, то есть буду по 140 по разным данным, там было возилось, ну сколько-то машин, и почему рынок сейчас так активно не растет, потому что опять же мы вспоминаем про серый ввоз, да, который был прям очень активным в период с 2014 по 2016 год, да, 15-16 год. Вот я даже посмотрю, мне тут написано. А, так вы снимали это уже? Да, ё-моё, блин, я-то думал, что мы еще готовимся. По некоторым данным, в том числе Белорусская автомобильная ассоциация, с 2017 года в год к нам заезжало не менее 10 тысяч машин. Естественно, такой информации, подтвержденной в отделах регистрации, мы не найдем, и нам ее отказались предоставить. Вот. Ну, все-таки вот как канал, да, как новая свежая кровь для белорусского авторынка, 10 тысяч машин в год при среднем 50-тысячном, да, годовом объеме продаж новых машин, ну, то есть все-таки какое-то обновление рынка имело быть. Тут тоже важный момент хочу еще отметить по поводу серого ввоза, да, то есть период с 15 по 16 год в страну ввозилось 25 тысяч автомобилей из России. Вот для примера, было поставлено на учет 25 новых автомобилей Audi. Из них вот дилер продал только 13 машин, да. У дилеров от Mercedes и BMW дела шли ну, не лучше, да, потому что было зарегистрировано в дворе 43 новых Мерседеса в стране, и из них только один продал белорусский дилер. То есть вы понимаете, что какой масштаб имел серый ввоз вот в те годы. Как же будет развиваться ситуация дальше на белорусской вторичке, ну и на рынке новых автомобилей? На наш взгляд, в ближайшее время тренда к снижению цен не предвидится. Все мировые автопроизводители, включая производство, расположенное в Российской Федерации, уже со следующего года планируют увеличивать отпускные цены на свою продукцию. Естественно, учитывая наш рынок, который полностью завязан на автомобилях российской сборки, на 90%, скажем так, будет пересматривать ценовую политику и следовать за старшим братом. Что касается БУшки, то здесь ситуация, опять же, нерадужная. Цены будут расти. Вот насколько, сказать пока не берусь. Все зависит от того,
когда количество предложений удовлетворит растущий спрос. Проще говоря, условный двухлетний Volkswagen Polo откажутся покупать за 20 тысяч долларов, и такие предложения начнут скапливаться в базе автоклассифайда. Тогда мы увидим, что рост цен остановился, и количество машин, готовых к продаже, значительно выросло. До мая и июня 2022 года не следует ждать серьезного снижения цен на вторичном и новом рынке Беларуси. Это исключительно мой взгляд на автомобильный рынок Беларуси. Если вы с ним не согласны, welcome в комментарии. Ну а если вы не подписались на наш YouTube-канал, пожалуйста, подпишитесь.